Осеннее лето в Мариэл заканчивается. В воскресенье в Йошкар-Оле обновлен очередной, четвертый по счету, температурный рекорд сентября. При абсолютном максимуме плюс 22, зафиксированном в 1975 году, на гидрометеостанции воздух прогрелся до плюс 27. Кстати, жители республики внезапное возвращение лета приняли как должное. В минувшие выходные на пляжах были отдыхающие, а самые закаленные даже возобновили купальный сезон. Сегодняшний день стал последним в продолжительной серии по летнему жаркой погоды. К границам республики приблизился холодный фронт, за которым распространяется прохладный воздух. Во вторник с прохождением холодного фронта температура начнет понижаться. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночь будет еще теплая, 9-14, а день не выше 13-18 градусов. Со среды до конца недели ожидается по-осеннему неустойчивая погода. Ночью 1-6 тепла, местами заморозки до минус 3. Днем 6-11, местами не выше 3-5 градусов тепла. Пройдут кратковременные дожди, местами, возможно, с мокрым снегом. Добавлю, что всю неделю погода ожидается по-осеннему неустойчивой. Понижение температуры продолжится. Так что, начав неделю в летней одежде, завершим ее, переодевшись в пальто и сапоги.